Трагическая авария в Братске. Поздно вечером в микрорайоне «Гидростроитель» столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. От удара байк отбросило на припаркованную рядом машину. В результате погиб 20-летний водитель мотоцикла, а его пассажира госпитализировали в больницу. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, оба молодых человека в момент ДТП были без защитной экипировки. К тому же мотоцикл на регистрационном учете не стоял, а у погибшего водителя не было права на управление транспортным средством. В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.